Главные музыкальные события лета посетили саратовцы. 25 июля в московских Лужниках прошло шоу «Европа плюс Лайв». На открытой площадке столицы выступили топовые исполнители чатов «Радио Европа плюс». Впервые за историю шоу его участниками стали и саратовские слушатели. Подробнее в сюжете Екатерины Барковской. На главное музыкальное событие лета Иван Глебов отправился с другом. За несколько минут до отъезда в Москву молодой человек говорит, что побывать на таком фееричном шоу ему бы не удалось без помощи любимого радио «Европа плюс». «Европа плюс» – это, наверное, одно из самых энергичных радио, одно из самых интересных. А еду я на этот опен-эйр с такими эмоциями, то, что я оказался одним из тех счастливчиков, одним из немногих. Ну и, в принципе, еду, потому что хочу оторваться. В общей сложности на грандиозный опен-эйр отправились около 40 слушателей. Победителей розыгрыша, который проводился на «Европе плюс Саратов» на протяжении 2 недель. Во время его проведения телефоны студии буквально раскалились от звонков желающих увидеть шоу своими глазами. Нужно было стать участником эфирной акции игры под названием «Live Tour», угадать песню того артиста, который в этом году выступает на «Европа плюс Live». Ну, там были подсказки в течение дня. Если слушать внимательно эфир, то угадывать было не надо. Правильный ответ мы несколько раз ставили в течение дня, и чтобы упростить людям задачу. Ежегодный опен-эйр «Европа плюс Лайв» проводится с 2008 года. За 8 лет шоу получило большую популярность среди слушателей радио по всей стране. В этом году на сцену стадиона «Лужники» вышли более 20 топовых зарубежных и российских исполнителей и музыкантов. Организаторы шоу подготовили массу сюрпризов своим слушателям. Любимые хиты, гигантский танцпол, феерия света и звука в одном месте на протяжении более чем 7 часов. По словам саратовских зрителей, побывавших на опен-эйре, такое шоу останется в памяти еще надолго. Общая атмосфера, накал страстей, позитивных эмоций, позитивные люди повсюду. И это сделало свою атмосферу праздника. И выделить кого-то невозможно. Они, ну, все крутые. Опен-эйр посетили в общей сложности около 300 тысяч зрителей. Впервые среди них была и делегация слушателей «Европа плюс Саратов». В дальнейшем радиостанция продолжит дарить своим слушателям не только все хиты звезд российской и мировой сцены, но и самые яркие эмоции. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.